за мной. Слышь, ты чего ко мне прикопался? Ты же понимаешь, что одной ходить здесь опасно. Да, понимаю, и прекрасно могу без тебя справиться. Нет, слышишь, я просто так тебя здесь не оставлю. Другого варианта нет, ты по-любому должна пойти со мной. Нет, ты по-любому должен идти в километре от меня. Эй! Нет, ты должна идти со мной. Мне надоело тебя слушать. Это что еще такое? А ну вернись! Ого, какое место знакомое! Мы почти у цели! Да, это значит, где-то в этой местности должна быть моя машина! Е! Ура! Наконец-то! Мы еще даже машину не нашли, а ты радуешься! Таких мест может быть очень много. А я 100% помню, что я здесь припарковался. Ура! Почему ты раньше времени радуешься? Мы еще даже машину не нашли. А я уверен, что... Я уже говорил, что я здесь ее припарковал. Хорошо, давай, ищи машину. Окей. Она должна быть где-то там. Прям уверен. Побежали, пошли. О, да, я знал это. А как? Кто мне говорил, что я не найду дорогу назад? А-ха-ха, так вот, я ее нашел. Ура! Ты больной? Можно как-то поспокойнее реагировать? А я не могу неспокойно реагировать. Это выплескивание моих эмоций. Ну что, садимся в машину и едем в ближайшую больничку. Там нас осмотрят и все, домой. Да, но встречаться с тобой я уже больше не буду. Почему? Не догадываешься? Со мной наоборот, должно быть интересно. За то, что я приключения ищу на свою задницу. А ты... Разберемся с нашими отношениями потом. Нам надо ехать. Я даже сейчас на сумку плевать. Все потому, что наконец-то мы спасены. Ты там сумку свою оставил. Чего? Марк? Он помог нам? Что? Я сейчас в шоке. Он помог нам? Помог. Поехали уже. Хватит с меня сегодня этого дня. Я уже так не могу. Все с вами нормально. Да и не стоило тебе переживать из-за этих укусов. Да. И очень странно, что у того, кто тебя укусил, не было никакого бешенства или заразы. Потому что мало ли что. Но можете еще приехать на обследование. Все подробности на нашем сайте. Всем пока. Мы приехали. Нам надо поторопиться, а то скоро приедет машина и заберет этот труп. Но мы же их опередим, да? Так ведь? Зачем мы хотим его сжечь? Ну как это зачем? Он же наш друг. Мы сейчас строим ему кремацию. Попрощаемся с ним только мы. А потом этот призрак будет нам мстить. А чё? Ты не думал, вот такой момент, приедет машина, а вот... Трупа внутри нет. Могут посадить за ложный вызов, например, того, кто нашел эту машину, сфотографировал ее, да еще и новости с ней опубликовали. Ну блин, пацаны, почему с вами так сложно? Я же хочу приключений на свою пятую точку, а вы... Мы просто думаем о будущем. Да ну вас! Где там бензинчик и где там зажигалочки? Я иду жарить шашлыки. Да и вообще, какие похороны? Внутри машины месилово одно. Вдруг нас в тюрягу? За кем нас будут бить? Как же с вами скучно. Мы просто все прекрасно понимаем, в отличие от тебя. Ну так и что мы делаем? Что? Ладно, допустим, я вас послушал. Вы что, заехали сюда? Там есть кто-то. Вот это прикол! Ой, я боюсь. Вдруг там этот осел опять. Ой. Чё орёшь, как придурок? Ребята, почему мы убегаем от обычного огромного осла? Оставим этот труп в покое, пусть с ним делают все, что хотят. Вообще наплевать. Даже его родителям говорить ничего не надо, потому что он и так детдомовский.
В смысле? Почему ты уходишь? Я не могу так больше. Все, я вам помог. Просто я стал чувствовать, что скоро я этот мир покину. А почему ты не хочешь остаться? В каких-то моментах помогать мне? Ты же призрак. А раз уж ты им стал, то все. Ты пожизненный мой раб. Очень глупо с твоей стороны делать уже мертвого человека своим рабом. У призраков тоже есть свои мысли, свои желания. Я не робот тебе. Поэтому я оставляю вас с Брайтоном. И куда ты идешь? Куда-нибудь. Но я не хочу оставаться с тобой. Ну и как вы его повстречали? Я поехал с женой собирать грибы. И вдруг мы видим, лежит машина, а в ней труп. А потом мы слышим шорох. Из кустов выглядывает он. Просто огроменный. Он осел гигант. И мы сразу же бежим к машине. Я сделала ему фотографию. Вот. Я не знаю, сколько их там, может, их там вообще очень много. Но нам удалось спастись. О, да, и такое бывает. В этом лесу уже проводят поиски. И мы вас просим воздержаться от поездок в лес на ближайшие пару месяцев. Нет, я так не могу. Да, мне очень стыдно перед Кэролайн. Поэтому если я убью этого последнего оставшегося оленя или лося, я не знаю, кого убил Марк. Может, он двоих убил? Хотя нет, 100% остался кто-то еще. Пойду собираться. Извини, Кэролайн, я это делаю только ради тебя. И ради моей чистой совести. Да, я показался трусом. Но теперь я поборю свой страх. Нет! Эй, чудовище ты огромное, я не боюсь тебя. Камень. У меня есть идея. Ну вот и все. Возможно, я умру сейчас, но я спас Кэролайн и всех. Ну все, достало меня это хобби. Даже если я сейчас умру, мне будет абсолютно наплевать. А если не умру, пойду Кэролайн просить прощения. Прости меня, пожалуйста, я в твоих глазах был таким придурком. Да и ты сейчас придурок. Да, я был в твоих глазах придурком. Но сейчас я только что убил этого осла, сфотографировал его. Это для доказательств. Я даже отправлять никуда не буду. Это просто, чтобы тебе показать. Все, я больше не буду этим заниматься. Я же не умер, пока его не убил. И их убить можно было только камнями, как я понял. Мне приснился Марк и сказал это. А мне он тоже сегодня приснился. И сказал, чтобы я с ним попрощал. Но это еще не факт. Спрашиваю последний раз. Ты меня прощаешь? Придется. Ага. Ну вот и все, моя история закончилась. Возможно, я так и останусь призраком. Возможно, меня сейчас вообще не будет существовать. Но главное, я помог им. И пусть она будет счастлива с этим придурком.